Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такое. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был? Дома еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. О, ничего не прогонит. Может, папа заступится. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. Ну и что? Один кот нам не помешает. Ну, тебе не помешает, а мне помешает. Но ты сам подумай, какая от этого кота польза? Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене? От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Ну и что? И от кота будет польза. Он мышей ловить может. А у нас нет мышей. А мы заведем. Ну, если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я. Ну-ну-ну-ну, о-о. Ну, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота первый раз вижу. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей я тоже люблю. Особенно всяких кошек? Да. А вы не разрешаете мне их заводить. Поэтому я уезжаю в деревню и буду там жить. Ваш сын, дядя Федор. И кот. Здравствуйте. Возьмите меня к себе жить. Я вам буду все охранять. Еще чего? Мы же сами нигде не живем. Ты к нам через год пробегай, когда мы хозяйство мы заведемся. Ты, Матроскин, помолчи. Хорошая собака еще никому не мешала. Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика. Да есть, есть! Я вам один дом покажу, там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А печка там есть? О, в полкухне. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год? Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых. А меня дядя Федор зовут. А кота Матроскин. Фамилия такой. Очень приятно. Будьте здоровы. Спасибо. А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный. Я из города приехал. Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот сам по себе кот. Свой собственный. И я свой собственный. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду Мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь.
А я ничего не буду. Я экономить буду. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы. Да где денег взять? А может занять у соседей? А чем отдавать будем? Отдавать надо. А отдавать будем молоком. Если молоко отдавать, зачем тогда корова? Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. А давай, Шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? И как-то я сам не додумался про клад. И теперь корову купим. И в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше. Ура! Склад! Отдай! Отдай! Кому говорят? Отдай! Попался? Этот галчонок у меня рубль олимпийский украл. Его надо в поликлинику сдать для опытов. Нельзя его в поликлинику сдавать. Мы его вылечим и разговаривать научим. А чего это вы в сундуке везете? Это мы за грибами ходили, ясно вам? Конечно, ясно. Чего ж тут не ясно? Они бы еще с чемоданом пошли. Это ты виноват. Все ему разрешал. Он и избаловался. Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик, зовут дядя Федор, рост 1.20 м. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Ой, что это мы зря его кормим. Пусть пользу приносит. Ну, скажи, кто там? Кто там? Ну, скажи, кто там, кто там, кто там? Что тебе делать нечего? Ты бы его лучше песни какой выучил. Или стихотворению. Песни я сам петь могу. Только от них пользы нету. А от твоего кто там, какая польза? А такая. Какая? Придет чужой человек, когда нас дома нет. Ну? Начнет в дверь стучать, галчонок спросит, кто там. Человек подумает, что кто-то у нас дома есть, и ничего у нас воровать не станет. Ясно тебе? Кто там? Кто там? Ура! Заработала! Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? 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 Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
Пропал мальчик. Глаза голубые, рост 1,20 м. Родители его ищут. Нашедшего ждет премия велосипед. Не горюй, дядь Федор. Да мало ли таких мальчиков? Может, и немало. Но велосипеды не за каждого дают. Сейчас я буду вашего мальчика измерять. Дядя Федор бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится.